А ты где это находишься? Место-то какое? Прямо на границе Харьковской и Луганской области. Ну что, это, Катюха мне сказал, ты этот, командир отделения? Да, а что, охуенник, у нас сюда привезли 5 человек, из них осталось 10, блядь. Я ебать, я насмотрелся, пиздец, я тебе говорю, ну скажи. Да понятно, делал бы. Раз-таки распи***расили вообще весь, блядь, нахуй. Мозги прям на деревьях висели. Угу. Ну а так-то это, мы жмем или нас жмут? Блядь, мы пока стоим на месте, блядь. Просто на месте. Вот сколько мы есть, сколько здесь времени есть, месяц, мы стоим на месте. Каждый день стрелы, хуй, блядь, ну, ни хуй, туда, ни сюда, ни двигаемся. Ага. Ну, вы хоть стреляете, что там делаете? Ну, эти, пушки, хуй. Да, мы держим просто позицию здесь на передовой линии, держим позицию, чтобы они не прорвались сюда, ну. Дурдом, блядь, такого я насмотрел. Я вообще, я проклял смотреть, что я сюда приехал, ну. Да это было известно, это было понятно. На скалолаге распи***сили, я за день, блядь, за один раз мог 3 раза умереть, нахуй. Прям чудом я, блядь, выжил, нахуй. Ну а вы что, где там вообще жизнь-то? Да в лесу, блядь. Ну, в лесу, а там землянка или тенты просто натянуты? Ну, землянка, землянка, тенты натянуты, да. Блин, нормально, нормально. А у тебя это, ну, бригада-то как называется-то? 27-я, ну, там же. 27-я. Сейчас эти хлапчи-хлапчи поехали. 2 месяца они сидели. Они все спились. Они еле живые, нахуй. Они каждый день бухали, блядь. Все деньги проебали, блядь. Хватит, сейчас сюда приедет, они охуели. Они в Белгород. Они сначала в Белгород, потом, ну, то же самое, как и вы. Нам мобилизованные приехали, они бухали просто. Они первый прилет слышат, мимо там вообще хуйня где летит, они уже все, у них паника, нахуй. Угу. Ну, мне сказали, короче, привет, у меня будет звание уже. И, короче, блядь, судимости все снимут. Да, блядь, только вот деньги, блядь, перечисляли бы, блядь. Денег-то ни хуй, ни копейки нет. Да это пиздец, конечно, что они мозги-то ебут, блядь. Долбоёбы, блядь.